Не спешите убрасывать старые мертвые шуруповерты с мертвым аккумулятором убитым, с мертвыми сгоревшими двигателями. Сейчас я покажу, что можно легко восстановить и недорого даже вот такой шуруповерт. Ну, в принципе, он ничего такого особенного в нем нет. Но цена вопроса ремонта, да, будет. Вот я съездил, купил вот в мастерскую там двигатель. Цена двигателя 600 рублей. Если такой шуруповерт, если с нуля покупать, он вам обойдется в районе, точная сумма не помню, от 6 тысяч такой, 5-6 тысяч, и то они уже сборки будут румынской вроде. Ну, уже макит таковой не найдете оригинально. Ну, они, в принципе, всегда были с китайскими двигателями и так далее. Ну, вот сейчас вскроем и посмотрим на двигатель, совпадет ли моя вообще шестереночка. Ну, вот я вскрыл. Смотрите, вот оригинальный шуруповерт макитовский. Ну, не оригинальный. Ну, то есть в нем ничего не менялось. Он вот как был уже, он 5-6-летней давности, если не больше. Сейчас попробую маркировку сфокусировать. Пока не могу поймать. Вот, смотрите, вот китайский двигатель за 600 рублей. Теперь попробуем этот фокус поймать. Вот псевдо макитовский тоже. Все китайское стоит. Та же самая модель. Надеюсь. Так внешне похоже. Смотрите. Сейчас скроем аккуратненько. Попробуем. Если все подойдет, перепаиваем, и все, у нас рабочий шуруповерт. Ну вот, я снял. Пластмасску отсюда уже сюда переставил. Ну, с виду примерил в этот редуктор. Все вроде подходит. Сейчас эти проводочки выпаю со старого сюда, напаяем и посмотрим, будет он работать. Нет. Перепаял тут так мазилкой, как смог. Смотрим. Как видим, дело было все правильно в сгоревшем моторчике. Сейчас собираем, проверяем уже в собранном виде. Как видим, шуруповерт готов. К сожалению, аккумулятор практически разряжен. Возможности его сейчас пока зарядить нет. Но в общем, в целом, все работает. Так что не спешите выбрасывать старые шуруповерты. Их еще можно оживить.